10 лет подряд администрация Ленинского района вместе с танцевальным клубом «Звездный вальс» организовывает открытое первенство по спортивно-бальным танцам. Традиционно посещаем этот турнир, очень такое качественное, достаточно известное мероприятие, и очень приятно всегда здесь находиться, так как и администрация города, района способствует, создает благоприятные условия для спортсменов, для судей, помогает организаторам Игорю Турукину. Соревнования проходили параллельно в двух залах Дворца спорта в течение всего дня. В большом показывали свои успехи уже профессионалы своего дела, а в малом совсем еще юные танцоры. Благодаря танцу у детей развивается внимательность, трудолюбие, выносливость, дисциплинированность и даже память. Самых маленьких участников пришли поддержать их родители. Они вообще, как говорит их тренер, хорошо станцевались. И вот сколько мы, 3 занятия у них было дополнительных, и за эти 3 занятия они очень неплохо вроде бы как танцуют. По словам Игоря Турукина, руководителя клуба «Звездный вальс» и организатора турнира, уровень танцоров с каждым годом растет, и такие соревнования всем любителям бальных танцев идут на пользу. Оценивать конкурсантов, как всегда, очень непросто, ведь каждый, готовясь к конкурсу, много трудился. Наш вид спорта очень субъективный. Вот я всегда говорю танцорам, своим ученикам, вот бег, ты прибежал, ты первый. У нас как бы каждого свое мнение, но в первую очередь, конечно, самое главное для судей – это музыка. Первый критерий судейства – это музыка. Музыка, а дальше уже идет линии тела, баланс и так далее. Да. Алина Бадышева занимается спортивно-бальными танцами в клубе «Звездный вальс» уже 9 лет и отлично знает, что нужно уметь каждому танцору. Нужно держать осанку, все время эмоции должны быть на лице. Ну и, естественно, нужно запомнить очень много фигур в схему. В бальных танцах важно многое – точность движений, слаженность работы с партнером, а еще внешний вид, от которого тоже зависит результат турнира. Ведь красота должна быть во всем, начиная от музыки и движений, заканчивая костюмом. Бальные танцы – это красиво, это все-таки какой-никакой спорт. Платья разные, на 2 программы разные платья. На европейскую длинное платье, на латиноамериканские короткие платья веселые. В традиционном соревновании участие приняли танцоры разных возрастов. Для кого-то они оказались первыми, а, например, Арсений и Света, несмотря на свой юный возраст, уже имеют множество наград. И все это благодаря их трудолюбию. Усердно работаем, изучаем разные ошибки, их, протанцовываем и делаем все хорошо, а потом на конкурс идем и выступаем хорошо и получаем первые места. Ребята уже готовятся к следующим соревнованиям, которые пройдут в Сочи. Также честь Ленинского района будет защищать еще одна пара Игоря Турукина. Они выступят с большой программой. Медленный вальс, венский вальс, квикстеп, самбо, чачи и джайв. Соревнования продолжались до позднего вечера, даря всем участникам приятную усталость и ощущение радости от любимого занятия, каким для каждого из них является танец. Анастасия Воронина, Николай Карбанов, Сергей Ларин, Видное ТВ.